В доме номер 16 по улице Жангельдина жильцы живут практически в постоянном экстриме. Некий предприимчивый шымкентец выкупил сразу несколько квартир. Некоторые сдают посуточно и по часам. Периодически здесь устраиваются шумные гулянки, которые длятся далеко за полночь. В нашем подъезде две съемные квартиры. Люди нас просто провоцируют. Запускают в ночь в эти съемные квартиры веселые компании, и мы всю ночь всем подъездом слушаем. И боишься выйти, потому что там пьяные мужики, и вот буквально в ночь с 6 на 7 число была страшная гульба в этих двух квартирах. То, что они иногда путаются квартирами. К соседке пришла с ведром, со шваброй, и говорит: выходите, говорит, время закончилось. А человек живет там. Она забыла, в какую квартиру шла. Ошиблась. Квартира-то рядом съемная. Вдобавок, владелец квартиры умудрился построить незаконную пристройку на первом этаже, что тоже создало жителям дополнительные проблемы. Потому что по крышам туда-сюда гоняет. Ну, скажи, постоянно вот эти обыски. Я сказала, потому что я стала бояться за свою жизнь, за себя и за своих детей. Они и презервативы, все на свете там. А нет, я должна убирать, пусть они сами убирают. Районный акимат и участковый уже не в первый раз пытались навести порядок в этом доме. Делали замечания, выписывали предупреждения. Однако эффекта это не возымело. Теперь представители акимата собираются воздействовать на нарушителей уже через суд. Это последнее предупреждение. Неоднократно уже брали с них обязательство снести незаконное строение и обеспечить порядок. Но результата нет. Теперь будем обращаться в судебные органы. Жители очень надеются, что ситуация изменится.